в счете. Это Рощик. Классно разворачивается Рощик. Но успевает пальчик в этом эпизоде отработать. Рощик. Из-за того, что проиграл позицию. 1-0. Гродненская область выходит вперед. И это Каминский. Пятый номер. Вот такое празднование со всей лавкой, со всей скамейкой. Хорош Каминский. Оказывается. Сейчас посмотрим. Вот он бросок в серии рикошетов. И не успевает сейчас накрыть. Похоже, Капитанюк успевает мешать Каминскому. И пятый номер. Первую шайбу. Снитко. Снитко. Ошибается Снитко. Момент у Гродно. 2-0. Ну и вот у нас на ошибке. И это, похоже, Тимур Лис. Тимур Лис сделал еще 2-0 в пользу Гродно. И это, конечно, невозможно. Есть смысл сейчас поменять голкипера. Даже нет вопроса к Алексюку. Просто команду подзавести. В Брестской области Жук, и вот земляная передача, чистый вход зону, получается у Брещан, и еще один бросок. Шайба до Кикинского не долетает. И еще момент, это первая шайба Брестской области в этом полуфинальном поединке. Неужели это Кушенёнок? Но... Смотрим еще раз, да, очень хорош, здесь Кушенёнок дорабатывает до конца. Ничего не мог сделать уже Титинский, он находился на льду, от игры на положении. Шинёна. И вот как отпадают болельщики Гродненской области. Артур Жук! 2-2! Красота какая! Браво, Артур Жук! Все-таки забрасываем в Брестской области. Вот он. Как же красиво играет Артур Жук. Качнул сейчас Титинского, но, конечно, ничем не мог помочь голкипер Гродненской области. Кристоксика пролетает. Сразу ответ в исполнении Брестской области. Это опасно может получиться. Жук! Вот это да! Что? Что происходит на Олимпик-арене в Тушенёнок? Это 3-2. Дубль Тушенёнка. Казалось, что вот это полуфинал. Просто полуфинал еще Белорусскалия Кубка Федерации. И пока героем является Тушенёнок. Тушенёнок и Жук. Я бы сказал, что это связка. У Гродно нет тайм-аута, его спалили. Афонину, и ворота-то не пустые. Момент у Бреста, и спасает свою команду прямо сейчас Титинский. И все. Звучит или не звучит, еще может драка получиться после финальной сирены? Нет. Победа Брестской области со счетом 3-2. Брещане обыгрывают Гродно. Это просто что-то невероятное в третьем периоде.